хочется отметить напряженное начало. Долго не могли обе команды забить. Сказалось, наверное, напряжение. Все готовились к этому финалу четырех. Но потом мы нащупали свою игру и на протяжении остальных трех четвертей действовали в своем стиле. I feel good, you know. I prepared the year to get that this point in the best condition. You know that you are playing the system that it is important to start good, but it's more important to finish strong. And I prepare myself for this weekend, for the EuroLeague final, for weekend, for the playoff. You know, when everything most matters is right now. Во второй половине больше удавались защитные действия. «Зенит» набрал всего лишь там 20-21 очко, и ЦСКА продолжал в своем ключе, поэтому разница в счете росла, и зрителям могло показаться, что матч был довольно легкий для нас, но мы также настраивались на него серьезно, как на все матчи этого сезона. Тем более это финал четырех, в котором ошибка очень дорого стоит, и сегодня мы были сконцентрированы. Give that easy the ball to them. 19 turnovers, it hurt us a lot, and some of them they were unforced errors. But we played a good game overall, and congratulations, it belongs to you. So we need one more, right?